За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. Так, 8 вечера по красноярскому времени. Здравствуйте, друзья. Здоровенькие были. Как там? Good morning, да? Сейчас все переходят на английский. А я знаю только одно слово. Good morning. Все, что со школы. Поехали с вами. Сейчас мы с вами будем серьезный разговор вести. А серьезные разговоры, они скучные. Так вот, это будет мой доклад. Так? Почему? Потому что... Но он будет такой, что польза будет всем. Каждому из тех, кто меня слышит. И новичкам, и тех, кто уже зубром. Вы знаете, что в окружении, ну как бы в нашем кружке, там внутри, есть такие зубры. Попробуем, чуть докажи. Так вот, внимание. Значит, вначале преамбула. Когда-то, полгода назад, я с удивлением узнал, что обыкновенную девушку-королеву красоту... Это необыкновенную. Я на тот момент считал обыкновенную, на тот момент, назначили вначале секретарем ректора, это нормально, вот, красота спасет мир, а потом ректор был переведен в Москву и стал министром высшего образования и, нет, не так, министром науки высшего образования. Она уже как этот самый вагон за паровозом, она стала заместителем министра. Ну, тех, наверное, без меня хватало. Но вот сейчас мы посмотрим на нее с другой стороны. Посмотрите, это очень важно, потому что весь мой сегодняшний рассказ будет пропитан этой красотой. Но сибирской красотой. Что получилось? Смотрите, эта девушка, я же об этом не знал, я не был скептиком, когда представлял вам, все-таки, а как же мы не должны знать, что у нас в правительстве творится? Мы же граждане России. Итак, молодая девушка, 84-й год, так. Значит, два высших образования. Ну, пусть не садовое, вот, юридическое, филологическое. Это не все. Слушайте дальше. Потом, оказывается, занимала серьезные должности. Вот. Но что интересно, вот эти слова маркетинг, профориентация, стратегическая коммуникация, это все имеет к нам отношение. Почему? Потому что мы живем в своем, закапсулировали, значит, наука сама по себе, мы сами по себе. Вот. Естественно, что Дружинина Елена Сергеевна, я уверен, что хотя я ей посвятил тогда целый час нашего рассказа, я посвящал в наши тайны, в наши проблемы, садоводческие, фактически они не все наши. Вспомните, 40 обработок, искалеченные сады. Вот. Ну, естественно, реакции не было, это нормально. Потому что новичок, она только вступила в должность. Вот. И вдруг какой-то момент я взял и опять нажал зам. И что получил? Во-первых, я узнал, что она замужем воспитывает двоих детей. Сыновей. Вот это меня... А я же знаю, как они воспитывают. Сейчас эти два сына попали в мажоры. То есть им теперь не надо ни о чем заботиться. Армия им не грозит. Это самое. Подтягиваться на турнике не надо. Значит, вся забота как это... Это страшно, как бы назвать, страшное испытание в жизни проходит. Не дай бог это. То есть, с одной стороны, повезло, а с другой стороны, вырастают дети. Знаете, как у нее может случиться, что они вырастут, да? А потом у них начнутся проблемы с семьями. Вот. Почему? Потому что если вот так, как берем среднестатистического мальчика, я их называю памперсниками, все, это уже... Еще одно-два поколения, и все. Вот. Это еще повезет, если это самое нормально вырастет, и на детях, на их уже на внуках это не скажется. Но пока она даже не знает, о чем пойдет речь. Это вы знаете. Вот. И еще меня удивило то, что Елена Сергеевна, весы, а я верю в такие гороскопы, совместима со львами. А мы, это самое, среди нас его хватает, я лев. Так, деловой гороскоп, прямолинейно, бескомпромиссно. Вот кто нам нужен. Дар убеждать.
Вот только бы она про нас узнала. И вот смотрите, быстро делают карьерные прыжки. Вот взяла, вот надо было родиться 12 октября, пожалуйста, замминистра. Видели, как просто. Вот. Я ей написал, не родись красивой, вот, а родись 19 октября. Ладно, это была такая тонкая, элегантная шутка. Смотрите, что такое Сибирь. Сейчас вы поймете, чем я клоню. Вот. У меня таких фотографий десятки. Вот. Я боюсь, что ее сыновья никогда в таком саду не были. Если она не станет с нами дружить, то есть мы не те самые, которые с протянутой рукой, мы самодостаточны. Так, я вам потом покажу папочку. Даже вы, кто меня давно знает, ахнется, какие результаты пошли по стране. Ой, какие результаты. Вот. Но быть замминистром, это еще не значит, что у тебя дети растут в саду, которые не отравлены ядохимикатами. Вот. А мы с вами проводим фильм учебный. Только сейчас выпала сама мне. Я там смотрел свой этот, ну, предыдущий вебинар. Мне надо было кое-что уточнить, что я забыл. И тут же выпала вторая серия садоводства в Польше. И вдруг я узнал столько интереса, отдельно потом расскажу. Но самое главное, что я узнал. До 12 обработок только от, это не считать других, только от парши. Так, ну и показывают эти самые искалеченные деревья. Ну а как же без парши-то? Вот. А вот это вот сибирские сады. Итак, я к чему? Это потом про польский опыт будем изучать. Все будем, ребята, изучать. Почему? Потому что я надеюсь, что молодые мои помощницы, мои друзья, мои ученицы сделают, будет карьерный рост. Ирина Сергеевна, а фамилию все забываю. А надо подчеркнуть лишний раз. Дружинина, что когда-то мы не с протянутой рукой, когда-то мы будем сотрудничать уже с этой. А это зам министра высшего образования и науки высшего образования. Вот это я пожелаю, чтобы такие же дети, ее и внуки, росли вот в таких садах. Я просто выбрал, ну, самую нарядную фотографию. У них столько, что это, я уже не знаю, как я вам все покажу. Кадр решает все. Они есть в России. И вот я говорю для нее, еще для одного человека, который чуть ниже будет, я вас интригую. Итак, когда там показал эту фотографию учебника, он был сделан срочно. Как только появился переход с десятилетки на одиннадцатилетку, так, и вот эти люди, на мой взгляд, очень, ну, как бы мягко сказать, потому что вдруг они живые, вот, они сделали страшный подарок и детям, и преподавателям. Смотрите, я еще раз показываю, извините, потому что Ирина Сергеевна, замминистра, она же этого не видела. А вдруг в своем окружении найдется человек, там, теперь у нее свой будет, она была секретарем, теперь у нее будет секретарь, который скажет, а вы знаете, вот, проявить эти качества. Помните ее качество? Бескомпромиссность, смелость, ну, выше. И вот получается, что, друзья, и я буду часто к вам обращаться, Елена Сергеевна, так, посмотрите внимательно. Вот это вот запомнить практически невозможно. Можно было бы даже конкурс устроить. Кто сможет это все потом прочитать, через сутки все это отбарабанить. Ну, один из тысячи. Вот. И я выбрал две, их там таких страниц, вот видите, 144-я. Там она вся такая. Да. Ну, это, знаете, и что получается? Вы, Елена Сергеевна, это все проходили. Вот. И я представляю, как кем вы себя чувствовали, и какие формулировки из ваших этих из вашего, как бы сказать-то, какие идиоматические выражения у вас были в голове, в вашей чистой красивой головке. И потому что вот это вот запомнить невозможно.